Моя розовая, как мне Дамир сказал. Хорошо бы еще зеркало помыть. Потому что я здесь постоянно... Да что такое? Пошли. Потому что, во-первых, кто-то постоянно, кто-то обои ободраны от кота, кто-то держит твою красную. Подержи. На себя не брызни. Вот. А во-вторых, кто-то постоянно вот так вот зеркало руками делает, маме сердечки пишет, да, отправляет. Я аккуратно так же точно вытираю зеркало. Давай попробую, подожди, отойди. Отойди на секунду отсюда. Не надо. Ты будешь брызгать или нет? О, там крышечка. Там крышечка еще одна. У тебя есть там какая-то крыша? Тоже да. Есть. Так, сейчас открутим. Да, обувь я убрала специально. У меня уже рука в этом снеге. Это красный или розовый? Да, розовый. Ага, розовый. Дай мне. Сейчас. Это елочка? Да, это типа елочка. С моим умением рисовать. Конечно. Привет! А как я буду смотреться в зеркало теперь? Ну ладно. Держи, заяц, свой снег. Пошли в ванну. Ну, я специально здесь начирикала, чтобы бубу не достал. Держи. Это мой? Нет. Вот это твое, наверное. Или нет? Да фиг его знает, блин. Обои бы переклеить теперь. После кого-то. Как это делать? Это делать, во-первых, не на кота. Забирай, наверное, вот этот. Хотя какой-то этот розовый, не розовый. А, ну не могу. Мама, как? У меня не получается, мамочка. Мама. А. Я не хочу. Все работает. Нажимай вот так вот пальцем сильно. Дамир, ну работает оно. Я не поняла, ты хоть не в руку себе? Нет. Ну давай. Ой. Мы пытались во всяком случае. Ой, я поняла. Давай, продолжай, я пойду что-нибудь нарисую там в ванной. Или не стоит в ванной. Вообще стоит не стоит, а я уже в ванной. Я в ванной. Я в ванной. Я пыталась сделать снег. Мне кажется, этот снег, вот он какой-то не такой. Вот у нас в Харькове был немножечко другой снег. Я пыталась сделать здесь снежинки. Но здесь мне все равно нужно видеть себя. Все равно, блин, я буду выходить. Мы там изгадили зеркало, как я теперь буду смотреться? Мне все равно нужно себя каким-то образом видеть потом. Так что везде снежинки вряд ли будут. Так, нет, над собой не надо. Не дай бог будут какие-то испарения и попадут на тебя. Не надо, внизу рисуй. Вот это мое, хорошо? Давай. В итоге мы поменялись, я рисую красным, ты розовым, да? Да. На. Так, рисуй. Занимайся. А я тут пока перемещусь и нарисую какую-нибудь снежинку. Фигню у вас как-то получается. Ну да ладно. Какие-то вот у нас снежинки будут теперь. Бубу только не надо трогать. Так, здесь будут тоже снежинки. И вот здесь. Насколько я достану? У меня, по-моему, все. Все закончилось у меня. Это дырка. Это дырка. Что ты делаешь? Да, делаю. Дамир, я специально наверху на окнах нарисовала снежинки, чтобы, не дай бог, кот не влез. Ты понимаешь, хорея. А если оно сейчас падать будет? А если он отравится? Вдруг это опасно?
Пожалуйста, заканчивай. Прикольно, да. Да, не разрешаю возле кота. Я даже обувь убрала на всякий случай. Все? Все, закончилось. Нет. Дай сюда мне. Вот оно падает, оно капает. К чему это пшикает? Да, еще пшикает. Химозу эту. Чтоб оно не падало. Дай я брызну. Куда тебя брызгать? Шарики? Ну, давай шарики попробуем. Можно я тоже попробую? Нажми меня на палец, куда ты хочешь. Не надо так близко. Ты видишь, дырки получаются, все растекается. Давай, нажимай мне на палец, куда надо. Все. Все? Нет. Давай еще с этим попсыклим. Получается самого? Да. Нифига у тебя не получается. Нафига ты это выламываешь? Ну зачем же ты выламываешь ее? Дамир, надо по центру давить, а ты прям туда вперед давишь. Конечно, можно. Заканчивай. Короче, Дамирчик еще тут в процессе, а я пойду мыть руки. А что это у нее такое? А что это я делаю? Это человечка, это яичко. Да, сделаю. Дамир, уже заканчивай, давай, уже сколько можно. Все, ребят, Дамир будет дальше рисовать, а я потопаю, помою руки, я вся в этом снеге, мы пытались. До новых встреч.